Один миротворец погиб и двое получили ранения в результате аварии, в которую попал БТР российского миротворческого контингента. Как сообщает Минобороны Российской Федерации, информация о том, что БТР-82, принадлежащий российскому миротворческому контингенту, попал в аварию на горной дороге и скатился во враг недалеко от Ханкенди, поступила еще накануне 11 декабря. Сегодня, 12 декабря, уточнив все детали происшествия, российское оборонное ведомство выступило с подтверждением. Отметим, что пострадавшим миротворцам при участии азербайджанской стороны была оказана вся необходимая медицинская помощь. Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлено для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение. Минобороны России выразила соболезнования семье и близким погибшего.